Начинаем трансляцию второго матча команды «Альметьевск-1». Команда готовится выходить на приветствие. Команда «Альметьевск-1» первую игру выиграла 4-3 у строителя зеленых. Сейчас они тоже параллельно с нами начнут. Ждем судью. Так, все, команды готовы. Команду на поле выводит Афанасьев. Так, стартовый состав нашей команды в воротах Брагин. В поле Карапетян, Афанасьев, Гараев, Загайнов, Минеев, Якупов. И игра началась. Афанасьев. Гараев. Карапетян перехватывает передачу. Загайнов на Гараева. Допускает ошибку Загайнов, сам тут же исправляет на Минеева. Минеев на Гараева. Гараев в центр. Поняли, ребята, друг друга. Удар по воротам. Карапетян перехватывает удар. Гараев на коротке с Афанасьевым. Афанасьев в центр на Загайнова. На Гараева. Контроль мяча, ребята, показывают. И Карапетян довольно-таки хладнокровно переводит на Якупова. Якупов сам чуть-чуть не точно. И команда «Альметьевска» пытается убежать. Карапетян увидел Гараева на фланге. И оставляют одного игрока Альметьевска. Это удар. Брагин отбивает удар. Прозевала наша защита сейчас игрока Альметьевска. Гараев. Побороться надо Искандеру. Прострел. Брагин должен быть. Да, Брагин первым мяче. Якупов. Троих оббежал Якупов. Прострел. И зарабатывает угловой первый в этой игре команда «Строитель». Своими активными действиями Якупов вынужден заставлять ошибаться. Удар. И защита принимает на себя. Карапетян первый на мяче. Афанасьев на Гараева. Гараев отлично выигрывает. Центр на Якупова. Якупов удар. И мимо ворот. Вратарь Альметьевска вводит мяч в игру.
Брагин. Угловой. Подача, Гараев. Ошибается Искандер. Минеев. Не проходит передача у Минеева. Лёва! Брагин разыгрывает. Загайнова. Загайнов сильно, очень сильно на... Прошу прощения, техническую маленькую ошибку. Штрафной назначает судья, непонятно за что, конечно. А сегодня много вопросов по судейству у всех команд. Навес, Брагин. Выше ворот. Афанасьев с мячом. Ищет кому отдать. Карапетян. Не прошла у Карапетяна передача на Гараева, но Минеев подстраховал. Сам обыгрывает трех игроков. Отлично в центре. Передача на Гараева. Гараев прострел и зарабатывает угловой. Команде Альметьевск замена. Вместо Якупова появляется Колесников. Карапетян должен быть первым на мяче. Афанасьев. Центр на Загайнова. И опять неточная передача от Загайнова. Афанасьев. Гараев. Гараев на Загайнова. Загайнов в стеночку. И Искандер упускает мяч. Брагин. Брагин первый на мяче. Входит за пределы. И выход 1-1. И Карапетян Малик запускает ошибку. И команда «Строитель» пропускает. Счет матча становится 1-0. На поле появляется Сафин Данияр.
Колесников на Афанасьева, Афанасьев на Карапетяна. Карапетян центр, не точно, Афанасьев подстраховывает. Активный прессинг показывает команда Альметьевска. Карапетян. Брагин, Афанасьев. Колесников. Афанасьев. На Карапетяна. Карапетян должен Сафина сейчас увидеть. Да, увидел Сафина. Передача. Данияр обыгрывает. Назад к Карапетяну. Малик в центр на Минеева. Раз, два игрока Минеева отбирают мяч. Так, Данияр хорошо поборолся, отобрал мяч. Минеев. Минеев должен Колесникова увидеть. Да, Ратмиру передача. И Колесников вынуждает ошибаться. Минеев. Опять аут. Загайнов. И Загайнов зарабатывает угловой. Подача. Колесников удар. И вратарь. Альметьевска ловит сильно вперед. Брагин. Брагин выходит и спасает в данный момент. Карапетян Малик маленько ошибся. И был выход 1-1. Загайнов в центре. Ошибка. Минеев исправляет положение. Сам идет вперед. Обыграл трех игроков. Передача на Колесникова. Колесников пытается убежать. И зарабатывает аут. А вот показывает, где надо сбрасывать. И Альметьевск опять отбивает мяч. Вау. Карапетян должен быть первым на мяче. На Брагина. Брагин обратно на Карапетяна. Карапетян на Якупова, но защитники Альметьевска перехватывают передачу. Якупов появился на поле. Будет вводить мяч за боковой на Минеева. От ворот. Брагина Карапетяна.
Минеев. Минеев на Колесникова. Колесников назад на Афанасьева. Афанасьев на Карапетяна. Очень хладнокровно Карапетян обыгрывает. И передача Азагайнова Якупову в коридор. Якупов убегает, режет угол, передача. Перехват. И судья показывает, что была игра рукой со стороны Альметьевска. Штрафной в пользу команды «Строитель». Минеев будет пробивать. Удар. Перекладина спасает команду Альметьевск. И команда Альметьевска пытается убежать в контратаку. Брагин должен быть первый на мяче. Да, Брагин первый на мяче. Якупов с мячом. Обыгрывает трех игроков. Делает прострел. Вратарь перехватывает. Сильный удар вперед. Афанасьев перехватывает прострел. Команда Альметьевск с мячом. Колесников поборолся отлично. И сейчас Радмир должен сам должен убегать. Возвращает мяч на Афанасьева. Афанасьев на Карапетяна. Карапетян в центр на Загайнова. У Загайнов очень-очень много сегодня брака у Загайнова. Опять перекладина спасает Брагин. Якупов с мячом. Обыгрывает. Троих обыгрывает Якупов. Сам убегает. Прострел. И точно вратарю в руки. Афанасьев на Колесникова. Колесников на... И опять брак-брак в исполнении наших игроков. Карапетян вступает в игру. Передача на Якупова, но Якупов даже не готовился к такой передаче. Команда Альметьевск входит мяч из-за боковой. Замена в команде «Строитель» вместо Колесникова появился Гараев. Якупов выбивает мяч на угловой. Подача. Загайнов перехватывает. Обыгрывает. Сам убегает. Нет. Втроем игроки Альметьевска. Загайнов сохраняет мяч. Отдает Минееву. Минеев на Гараева. Гараев в центр. Гараев прострел. Но очень слабо. И вратарь ловит этот мяч. Вперед. Минеев не дает сделать передачу. Афанасьев на Гараева. Штрафной в пользу команды «Строитель». Штрафной, штрафной, штрафной. На поле вместо Загайнова появляется Шакиров. Минеев.
коридор Якупову. Якупов режет угол. Передача чуть-чуть не точно. Минеев удар издалека. И вратарь парирует. Карапетян. Якупов. Обыгрывает двух игроков. Третьего. Прострел. Гараев, пустые ворота. И Гараев опять не замыкает передачу. Побороться надо, побороться за мяч. Карапетян на Якупова. Якупов чуть-чуть не точно на Шакирова. Мяч ушел, но почему-то судья не дает свисток. Показывает, что аут в пользу команды «Строитель». На поле появляется Сафин вместо Якупова, по-моему. Да, вместо Якупова. Шакиров. И проспала наша команда. Команда проспала откровенно эту атаку. Грубая ошибка наших игроков. И счет в матче становится 2-0. Вместо Гараева на поле появляется Колесников. Шакиров вводит мяч в игру. Колесников. Афанасьев. Карапетян. Обратно на Афанасьева. Афанасьев сам. Назад на Карапетяна. Карапетян на Шакирова. Шакиров обыгрывает двух игроков. Надо поднять голову. Афанасьев. На Минеева. Минеев сам обыгрывает двух игроков. На поле появился Катаулин. И Брагин спокойно провожает мяч за пределы поля. Карапетян. Сафин. Сафин осталось два игрока прессингуют, отбирают мяч. Данияр вступает в единоборство. Колесников сильно выбивает. Надо побороться за мяч. И штрафной в пользу команды Альметьевска. Навес. Карапетян перехватывает. Колесников. И зарабатывает. Колесников на Гатаулина. И игроки Альметьевска выбивают в аут. Минеев. Поднимает голову. И вынужден назад на Карапетяна. Коллективный отбор показывает команда Альметьевска. Сафин должен вступить в борьбу. Да, Сафин, Данияр вступает в борьбу. Отбирает мяч. Двух игроков около себя собрал.
Карапетян. Ой-ой-ой, какую ошибку допускает. Опять ошибка защиты. И мяч летает в наши ворота. Счет становится 3-0. Карапетян меняется с Якуповым. Вместо Гатаулина. Появляется Гаязетдинов. По-моему, правильно назвал фамилию. Якупов убегает. Прострел не накрывает игроки Альметьев. Загайнов на Колесникова. Ошибка Колесникова. Брагин. И мяч опять залетает в ворота. Счет становится 4-0. Очередная ошибка наших полевых игроков приводит к забитому голу. Все, первый тайм закончился, счет становится 4-0.